За последние 3 дня зафиксировано нарушение правил дорожного движения у 70 водителей автобуса. На штрафстоянку закрыто более 20 транспортных средств. Эти нарушения были выявлены правоохранителями в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». Самые частые из них водители ездят за рулем без пристегнутого ремня безопасности. Состояние автобуса также подверглось критике. На одном из них замечена большая трещина на лобовом стекле. На ряд водителей составлен протокол по пункту 5 статьи 590 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Основная цель мероприятия – строгое соблюдение правил дорожного движения общественным транспортом и предотвращение дорожно-транспортных происшествий, повышение дисциплины среди водителей. К примеру, только что на одного водителя автобуса составлен протокол по статье 593 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, то есть водитель управлял транспортным средством без ремня безопасности. Поэтому, уважаемые родители, призываем вас строго соблюдать правила дорожного движения.